Что будет в конце? Я думаю, что все задавались этим вопросом, которые смотрели сериал по Скибиди Туалету. Мы сейчас видим, как сражаться две фракции. Я думаю, что эта история будет разбита на три возможных концовки. Первая не будет выигравших в этом сражении, и все они умрут. Будет грустная концовка. Второй концовке мы увидим, как один из фракций победит другого. Затем Дафокбун создает новую фракцию, и цикл будет повторяться. У этого концовка не будет. Третья, которая две фракции объединятся для сражения более сильного соперника, и это ч-ч-ч-ч-ч. Стоп на канал, не подписаны 99% людей. Подпишитесь и ставьте лайк, и оставь комментарии по поводу концовки.